Советское образование всегда считалось одним из лучших в мире, а жители нашей страны – самыми читающими. Время изменилось, а мы? Ну, судя по ажиотажу на книжных ярмарках, с наличием литературы в стране проблем нет. Но если раньше в метро читали классику и научно-популярные журналы, то теперь все больше детективы и бульварные романы. «Фитиль» решил провести собственную акцию и выяснить, изменился ли в связи с этим кругозор наших сограждан. Начнем со школьной программы. Кто отменил крепостное право в России? Петр Первый, наверное. Крепостное право отменил Александр Освободитель. Петр Первый, по-моему. Александр. Какой, я не помню. Не помню. Народ, наверное. Удивительно. Практически все знают, что такое НЭП, но определить самый восточный регион собственной страны затрудняются. Я не помню, как регион называется сам. Сахалин, что-то такое. Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск, видимо, Благовещенск, вот те края. Владивосток. А, ну район, да, ну Дальний Восток. Владивосток. О, остров Сахалин. Назовите настоящую фамилию Горького. Дайте сообразить. Машков. Пешков. Позор. Пешков. Кто такой Андрей Рублев? Я не знаю. Рублев, по-моему, писатель. Не знаю. Художник великий. Андрей Рублев – это великий живописец, который написал такие иконы, как «Спасный рукотворный», «Троица Рублевская». Отлично. А как называют жители города Курска? Курчане, наверное. Курсковичи, возможно. Я бы назвала курсачи, но мне кажется, это неправильно. Курчане. Куряне. Супер. Мы как раз из Курска. А хрестоматийная фраза «Пушкин – это наше все» приобрела новое современное звучание. Скажите, про кого говорят «это наше все»? Детям. Про детей. Про детей. Бог. Про детей. Россия. Вообще про компьютер. Отныне «Фитиль» решил регулярно искать интеллектуалов во всех городах России. Читайте, дамы и господа!